Привет. Мы продолжаем проходить Dead Space 3. В прошлой серии мы с вами начали миссию в арсенале. И сегодня мы ее продолжим изучать. Тут... Да что ж вы такие-то все внезапные. Тут, прикинь, захожу, а меня, оказывается, чуть-чуть, на самом деле, достаточно далеко назад откатило. Поэтому, да. Мы идем вот отсюда, а не оттуда, где мы закончили в прошлой серии. И да, кстати, погода начинает более-менее благоволить. Возможно, получится делать больше видосов. Надеюсь, да. Потому что уже эта жара уже просто, ну действительно, она реально уже заколебала. Сколько можно? Нормально. Так. Ресурсики. Так, нам надо за дверь. А тут есть что-нибудь, кстати, еще что-нибудь вкусного, полезного. Что-то было, что-то взял. Раз что-то... Прикинь, патроны не лезут. А что у меня? Ну, пускай лежат тогда. В принципе, не беда. Ну, естественно, как обычно, мы этот зонт-то сделали, а его, прикинь... С этим зондом хрен что сделаешь. Ай-я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 й. Да слышишь ты? Малец. Пошел вон. Всех раскидаю, мать вашу. Вручную загашу. Ты чё, сволочь? Желающие еще есть со мной поговорить? Охренеть. Нормально я из них лута повыбивал, мне понравилось. А можно повторить как-нибудь? Только это. В смысле? Я патроны не лезут опять. Да ни хрена себе. А чё так много? О, а, подожди. Да ну нафиг, да нет. Ну ладно. Я не помню, в прошлой серии мы делали вот эту хрень или нет. Но если нет, но если да, то... По-моему, мы ее делали... Блин, оно еще на управление так неотзывчиво. То бишь, приходится по нескольку раз жмакать, чтобы оно начало одупляться. Ну, в принципе, за дверь. Погнали. Нет, туда я не пойду, я пойду сюда. А, да ко мне... Ну ладно. Значит, мне было сюда... Да, помню, помню этот момент. Куда полез? Да, завязывай. Не дуркуй. Ну ладно, это будем считать так в предыдущих сериях, как говорится, но... Пройдем еще раз. Че бы и нет. Я любитель перепроходить все по новой. Ну, я думаю. Че ты лезешь? Куда ты лезешь? Пошел. Какие вы смешные. Сочувствую, дружище. Сколько здесь лута? Подожди, чё? А, ну это мы уже слушали, да? Ну да.
Так, окей, погнали. Это мы уже в прошлой серии с вами слушали эту информашку. Не, ну костюм зачетный, конечно. Типа... Прикольно смотрится, мне нравится. Тут же эти. Успокойся. Так, мужики, у вас там снизу вообще-то некроморфы. Ничего, и тебе щи пробить. Все, нет? Да, мы где-то здесь с тобой остановились в прошлой серии. Я что-то слышу, блин. Еще где-то кто-то. Да блин, что такое? Ты прикинь, нос чешется. Ты что, встать решил, что ли? Че, пьяный? Прикинь, что-то нос чешется. Походу к звездюлям. Опаньки. Завязывай. Спасибо. Плазмариас. Это мы, пожалуй, заберем. Блин, вот честно, мне уже не хватает места в инвентаре. Ключ арсенала. Хорошие новости. Я нашел ключ от склада припасов. Отлично. Постарайся уцелеть и использовать его. Спасибо, Карвер. Воу! Ты чё? Да хорош! Перезарядка. Блин, какие вы... непробиваемые, а? Так, месседж. Приказ генерала выполнен, сержант Вебер. Сэр, можно вашу подпись, сэр? Ты серьезно? Парень, ты хоть в курсе, что происходит? Нет, сэр. Ладно, забудь. Просто погрузи это в поезд. Скоро поймешь. Что-то... Если честно, какая-то так себе смс-ка была. А, мне обратно. Аптечка. Пригодится. Я не знаю, как насчет первой-второй части Dead Space, но... Что здесь хорошо, это то, что... Если у тебя, типа... Чуть-чуть хп не хватает, да? То бишь, тут, например, у тебя инвентарь забит, а у тебя чуть хп не хватает, и... Поднятая там... С полу, с полки их хилка тебе лечит. Они просто остаются, и тебе приходится использовать сначала аптечку, и только потом уже ты можешь поднять запасную аптечку. Это хорошо, но... Скорее всего, это было и в предыдущих частях... Ах, мать твою, ты... Я аж подпрыгнул с стула, прикинь. Ты дурак? Ты что делаешь? Мать твою. А ты что думал, я тебя не вижу? Тоже мне умник, блин, нашел где заныкаться. Кстати, наконец-таки хоррор начал показываться в третьем Dead Space. Да, ёб твою. Ты чё, гнида? Ух.
пора использовать аптечки. Хотя на самом деле эти аптечки скорее мне нужны для драки с боссами. А тем временем пора взламывать системы. Работаем. Блин, последний остался узел. Ты смотри-ка, успел, блин. А думал, не успею. Ну, нормально. Так, стопэ, подожди, мы же уже здесь... Мы здесь уже, кажется, были. Да. Мы с... Да ну ёп! Вот это я ему прописал. Там был соматический гель, судя по всему. Так, харкать не одобряю. Осуждаю за харчки в меня. Фух. Ну. Контрольный выстрел. Без него никуда. Так, ну да, нам, судя по всему, сюда. А, ну да, нам сейчас наверх получается. И там где-то, по-моему, то ли... А, по-моему, где-то же в самом начале должна быть это. Вот она, да. Открывайся. Воу! Вот об этом-то я тебе и говорил. Короче, наша задача отлупидолить вот этих пацанов. Отбить ангар, склад, точнее оружейную и арсенал, прошу прощения. А все остальное уже детали. Я уже думал, сейчас опять какая-нибудь загадка. Что такое? Блин. Прикинь, чешется, капец, ничего не могу с этим поделать. Тихо. Походу к звездюлям все-таки. Угу. Ни хрена себе. Жестко. Да я тебя так забью помидорами, блин. О, давай, соматический гель нам пригодится. Да вообще нам все, в принципе, пригодится, чё бы и нет. Так, там что-то, по-моему, опять взламывать. Бляха, муха. Чё? Пожалуй, заберу. Да и это тоже. Открыть. Набор инструментов КСК. Ни хрена себе тут. Кислотная ванна? Извините, патроны, но мне, по-моему, пора вас того, этого. Это мы заберем. Кислотная ванна. Стазис, поддержка. Да ядрите. Блин, патроны выкидывать. Лучше хилки. Стазис, поддержка, хорошо. Так, все, на выход, типа, да, получается. Так, соматический гель. Ну, получается, на выход. Ну, типа, окей. Так, а чё по... Да, по идее, мы можем обследовать базу снабжения.
И это так-то надо бы сделать, ну, как-нибудь потом. Так, это откуда я вообще вылез-то? Ладно, зона раскопок. Так, ладно, выдвигаемся. Опаньки. Так, нас ждет бот. Мне еще надо найти костюмерную. И так, стазис поддержка, плазморез, кислотная ванна, нагрузка ресурсов. Неплохо, 138 вольфрама. Вот тут еще, кстати, парочка. Перезарядка плюс урон полезно. Гидравлическое оружие. Темп стрельбы магазин неплохо. Насадка, кислотная ванна. Так, окружает заряды кислотой, которая впоследствии наносит урон цели. Больше урона. Модуль поворотника, стандартный вариатор. Какой можно новый, например? Сжатая импульсная волна. Компактный конический что-то там. Вариатор дробилки литосферы. А зачем мне менять? Ну это если только кстати, станину можно поменять. Короче, ладно, я ничего не буду менять. Меня вполне все устраивает в плане моего вооружения. Только единственное, то что я кислоту поставлю. А все остальное, в принципе, оставлю как есть. Теперь эта хрень у меня кислотная будет. Почти как... Я бы на самом деле бы не отказался от огненной. Мне кажется, это было бы прям вообще топово. Мать твою! За ногу. Да что такое, блин, отстань, хватит чесаться. Бесишь. Это из разряда, когда вот говорят тебе прям так вот это в наглую, нос у тебя не чешется, когда тебе двигаться, например, нельзя. А тут бац, он как зачешется, и ты такой, ядрить, колотить, вот тут что-то типа того. Ну ладно, правда, я почесать-то могу. Че я тут? Но все равно бесит маленько, напрягает. Эх. Окей, let's go. Что нас тут ожидает? Блин, это, я, видимо, всю эту серию буду нос чесать, да? Понимаю. Подожди, некроморф стрелял в меня? Чё? Вы чё на? Офигели? Да, блин. Без шансов на нажать открыть дверь. Ребята, это снова я. Слава богу. Так давай внутри, пока мое терпение иссякло. Что у нас? На верхней площадке стоит гарпунная пушка. Скорее всего, именно так они вскрыли живот. Круто. Я пойду первым. Кто это? Не думай об этом.
А как я должен сюда пройти? Вопрос. Мадам, жить что-нибудь? Скорее всего, я должен что-то здесь сделать, да? Нет? Ладно. Какая стрёмная бздема, слушай. Капец, только не говорите, что нам мне придется в это залазить. Жесть. Просто какая-то жесть. Так, подожди, ты хочешь сказать? Айзек, тебе надо на клетке подобраться к отверстию. Мартон, поможешь? Чего, издеваешься? Короче, я пошел внутрь. Мне нужно, чтобы ты подвел клетку прямо к отверстию. Спасибо. Че там мне подсказывает? И что-то мне говорит, что мы сейчас займемся зондированием. Прекрасно. Спасибо. Итак, Сантос, как это должно работать? Используй сенсор оружия, чтобы найти нервный кластер, ты услышишь сигнал, когда окажешься рядом. И что потом? Думаю, выстрелишь в него зонд. Я начну получить телеметрию, и мы обнаружим местонахождение машины. Наконец-то простая работенка, верно? Нет, не согласен. Ну что ж, надо просто направить зонд и следовать за импульсом. Это что за... Мать твою. Охренеть. Никакой реакции. Надо найти более мощный излучатель. Опять мимо. Где-то должен быть активный узел. Не тон. Да уж. Что-то как-то малоприятного здесь мне тусить. Жесть. Опаньки. Что-то мне это... Что-то мне это не нравится. Мать твою. Ха-ха.
Ой-о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 й-
Блять. Да. Почему я об этом думал? То, что так и произойдет. Механизмы защиты есть? Она вообще сработала? Нет, сигнал совсем слабый, не могу нащупать ни единой точки. Чё-то как-то не очень мне нравится эта задумка. Но... другого выбора, видимо, нету, да? Ну ладно. Вот дерьмо. Только не снова. Окей. Выходите. Я все в порядке. Ага, слушай. Я хочу уже обраться отсюда. Как сигнал? Предельно сильнее, но... еще один? Слушай, Сантос. У меня есть к тебе деловое предложение. Опаньки. Я обнаружила, где находится машина. Мать твою за ногу, текаем. Поднимай меня. Мать твою, загнал сам себя в ловушку. Да ёпты. Тихо. Блин, как все не вовремя. Как я это ненавижу. По-моему, мне жопа, да? Нет, нормально все. А-а-а! Иди нахрен! Пошли вон! Пошел вон! Да я тебя руками забоксирую! И тебя забоксирую. Ну-ка, подходи. Пошли вы. Это просто... ты, слушай, ты понимаешь? Тут... тут, короче, мало того, что... Нортон. Спасибо. Сантос, мы разобрались с машиной. Да, тысячи сигналов сконцентрированы где-то глубоко в недрах планеты. Должно быть оно. Там дальше вверх по склону горы должен быть вход под вторую буровую. Под вторую буровую. Дальше по склону. Там же отвесные скалы. Я видела внизу какой-то подъемник. Мы с Сантос будем у подножия скалы. Попробуем запустить его. Нортон, проследи, чтобы с Айзеком все было в порядке. Конечно, без проблем. Я присмотрю за ним и Элли. Да. Я люблю тебя. И ты это знаешь ведь так? Что? А, да, конечно. Айзек, встретимся на скале. Понял. Я считаю, что зондирование прошло абсолютно успешно. Нортон, открывай клетку. Нет. Чего? Ты здесь сдохнуть хочешь? Вот тебе отличный шанс. Я снова беру контроль над этой миссией. Эй, ты куда? Спасать Элли. Нортон! Нортон! Нортон, мать твою, открывай, скотина! Псина.
Ладно. Элли, ты меня слышишь? Черт, он глушит мой сигнал. Ну чё, Нортон, глаз на жопу тебе натягивать, походу, пора, да? Скотина ты этакая. Вот ведь жупил... Жупил глази, а? Есть у меня что-нибудь, нет, лишнее? Так, отгрузка ресурсиков, во-первых. Куча вольфрама. Куда карточки, интересно, у меня уходят? А, так у меня ничего нету, ну ладно. Я-то думал, это, что-то есть. Блин, может, у меня на что-то аллергия проявилась, кстати? Как думаешь? Что-то непонятно. Хотя... Нет. Знаю точно, что нет. А вы не хотите вот эту хрень-то загасить? Котельная. Только для инженеров. О, так я же инженер. Я же что-то, великий инженер Айзек Кларк. Так, нам куда-то налево. Гардероб, кстати, гардероб. Так, если я правильно помню, то хилочки мы прокачали в максимум, а вот... Мне теперь полупроводников не хватает. Обидно. Стазис, энергия. Заряд. Да давай. Энергии давай накинем. В радиус мне. Да давай. Все равно по бомжу, по дешману стоит. Я бы кинезис, что ли, раскачаю. Так, куда нам идти-то? В тудой. Значит, пойдем в тудой. А вот тут и сохранение, и предлагаю уже тогда продолжать, ребятки, в следующей серии, потому что зондирование прошло успешно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.